Добрый день, дорогие друзья! Приветствую в «Экономике здравого смысла». С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, и мы начинаем. Сегодня тема «Беларусь готова участвовать в восстановлении Украины». Таким заявлением выступил премьер-министр Головченко совершенно неожиданно, потому что одновременно Александр Лукашенко собирает какие-то штабы в Гомельскую область, в район приграничный, никого не пускает, опять-таки какие-то маневры, вышел в генеральском костюме, и одновременно Головченко говорит, да, если нас позовут, то наш строительный комплекс готов поучаствовать в восстановлении, в строительстве, наш строительный комплекс, собственно, чуть ли не там копытом бьет, хочет поучаствовать. И вот это какое-то лицемерие, либо это просто близорукость, либо это цинизм, либо это просто какая-то неадекватность. Потому что такое ощущение, что Головченко не понимает, что Беларусь стала страной соагрессором, с территории которой летят ракеты, заходят российские нацистские оккупационные войска. Они ведут войну в Украине, они воюют, убивают украинцев. Это настоящая Третья мировая война. И вот Головченко, как ни с чем не забывало, в интервью говорит, а чего надо не поучаствовать? Если нас позовут, мы готовы, краны у нас есть, машиностроительные оборудование есть, битум у нас полно, асфальт есть, цемент есть. Позовите нас, пожалуйста, дорогие украинцы, мы вам поможем. Ну как себя ведет адекватный северный сосед по отношению к Украине? Вы вообще там чем там питаетесь, а? Для того, чтобы вообще украинцы простили, для того, чтобы украинцы адекватно оценили поведение белорусского руководства, необходимо прежде всего нести ответственность за то, что вы делаете сегодня в Украине. Не обойдется без суда. Обязательно должен быть суд, обязательно должна быть ответственность. Обязательно должен быть четкий режим ответственности и репараций за то, что Беларусь, Республика Беларусь совершила в Украине. Я не знаю, чем это будет. Либо это будет калийными удобрениями, либо это будет нефтепродуктами, битумом, чем угодно. В Беларуси есть то, что действительно нужно Украине. Возможно, и строительными услугами. Но прежде чем говорить о восстановлении Украины, нужно сначала завершить войну. Нужно сначала выгнать со своей территории российские войска. Как вы, интересно, это себе представляете, премьер-министр Украины? С одной стороны, тут российские войска, российские самолеты, угрожают Украине, а с другой стороны, вы говорите, а вы позовите, и мы вам поможем остановить. Причем, понимаете, дело, что деньги будут не белорусские, деньги будут европейские, и вот желание войти в госзаказ, в фонд восстановления Украины – это то, что премьер озвучивает, и даже у него ни совесть не взыграет, ни какие-то сомнения появляются относительно неадекватности своего поведения. Да, украинцы и белорусы, братские народы, мы тысячелетиями дружили, никогда не воевали. Но тогда скажите нет нацистской России, скажите выгоните их из своих войска, их войска с территории Беларуси. Извинитесь, приползите на коленях, скажите, что мы не виноваты, нас заставили, мы виноваты, искупаем верну и готовы там делать это. Вот это подход. А когда вы начинаете в рамках своего госплана решать какие-то тактические задачи, я понимаю, почему Головченко это сказал. Потому что белорусский строительный сектор за 4 месяца 2022 года уже в минусе. Чистая прибыль сократилась в половину, строительных объектов нету, у людей денег на покупку строительных объектов нету, ипотека не работает. Что? Кто будет заказчиком? И понятное дело, для того, чтобы хоть как-то что-то сказать, вот он говорит, ну да, мы готовы помочь и строительной техникой, и строительным материалом, и всем-всем, у нас оно есть. Да, вы могли бы поучаствовать, если бы вы были на стороне добра, вы сначала на эту сторону добра перейдите, сначала выйдите из зоны зла, из-под опеки зла, из-под влияния зла. Потому что зло – это тот режим, который не только является соучастником агрессии, но также убивает дух, убивает гражданские права, свободы, собственно, белорусов. Или вы думаете, что вам забыли 2020-2021-2022 годы, когда там сотни тысяч белорусов вынуждены были уезжать из страны, и вы думаете, что просто сейчас технократические строительные работы помогут вам это сделать? Это шутка какая-то такая, очень неудачная, господин премьер-министр. Это просто о том, насколько неадекватно воспринимает руководство Беларуси
ту ситуацию, в которую она втянула всю страну и белорусов. Из-за вашего поведения в белорусов относятся чуть ли не как к гражданам страны-агрессора. И слава богу, что в Украине четко понимают разницу между белорусским режимом, с одной стороны, и белорусами сами, которые и воюют здесь, и помогают украинцам, и делают все для того, чтобы в конце концов мир тоталитаризма раз и навсегда разрушился и был развеян, как пепел по ветру. Вот это единственное историческое место этих империй, советской, российской, тоталитарной, любой другой, колхозной, картофельной, потому что империям не место в Европе, не место им в той территории, где живут украинцы, где живут белорусы. Если 27 лет до Головченко генералов, которые думают в категориях купить, продать, сделать какой-то гешефт, нет, они доходят, просто нужно проснуться, нужно понимать, что совершенно другая среда, другое время, и мир весь объединился в осуждении России агрессора, в осуждении Белоруссии, также страну соагрессора, и в поддержку Украины. Да, мы можем спорить, что там оружие не вовремя дают, денег не столько дают, есть какие-то старые инерции в отношении того, что Россия еще своей властью и своим влиянием тормозит все, но рано или поздно это закончится, скорее рано, чем поздно, и тогда, вот тогда, когда совершенно четко Украина выгонит захватчиков со своей территории, всей, включая Крым, включая Донбасс, вот тогда станет вопрос о восстановлении. Естественно, Украина страна, где будет огромный строительный бум, 200-300 миллиардов долларов, естественно, будут строительные компании со всего мира здесь участвовать. Они будут помогать украинцам, они будут давать свои ресурсы, свои строительные технологии, свои архитектурные чудеса. А в это время что будет делать Головченко? Головченко, ой, возьмите нас, пожалуйста. Так для того, чтобы тебя куда-нибудь взяли, или даже для того, чтобы прежде всего тебя никуда не посадили за решетку, ты должен прекратить российскую агрессию или сделать вклад свой, показать, кто ты есть, показать, что ты на правильной стороне истории. И только после этого стройка, инвестиции могут, это только если украинцы простят, рассмотрят, тогда может быть именно это восстановленное белорусско-украинское партнерство в рамках двух демократических стран. Вот такой путь, простой вроде бы, но для тех людей, которые думают, что военный коммунизм и тоталитарный режим – это не проблема, это действительно должен быть большой умственный скачок. Делайте это, не пожалеете, и за этим будущее. Спасибо большое, друзья, за ваше внимание к экономике народа здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Подписывайтесь, ставьте лайки, подбрасывайте темы. Живи Беларусь! Слава Украине!